На антресолях в детский дом музея Ленина трогательная картина. Такое ощущение, что дети играли и на минуту оставили свои игрушки. Эту комнату на троих делили младшие – Ольга, Дмитрий и Мария. По центру комнаты на стуле сидит кукла-крестьянка из ткани в сарафане, белоснежной рубашке и фартуке. Она выполнена вручную, вполне возможно, девочками Ульяновых. Известно, что Ольга хорошо шила и вышивала. На полу мы видим простые деревянные кубики и лошадку с возницей. Скорее всего, Илья Николаевич привез их детям из очередной рабочей поездки по губернии, и сделаны они руками крестьян. Дети семьи Ульяновых очень любили мастерить игрушки из бумаги. Сейчас эта техника называется оригами. Старший Саша даже собрал собственную бумажную армию, в которую потом играли все дети. Он же придумал правила игры в солдатики.